Итак, всем привет, ребята, и сегодня будем играть в игру на четверых вместе с Сонечкой. Соня, поздоровайся. Привет, привет! Итак, сейчас мы с Сонечкой выберем какие-нибудь игры и начнем игру. Все, мы выбрали игры. Ну что ж, я буду играть за желтого, а Сонька за синего. Соня, я тебя выиграю, понятно? Я тебя все равно победу. Ну все, зеленый с красным упали. Так, я впереди. Ну что ж, Сонечка, теперь я впереди. О, еще и ускорение. Сейчас будет еще одно ускорение. О, все, я выиграл. Ну и ладно, я все равно выиграл. Это одна из моих самых любимых игр. Мне зеленый помогает, видишь? А мне красный поможет, надеюсь. Ха. У меня уже есть один балл, Сонечка. Я все равно выиграю, я умею играть. Но мы это еще посмотрим, Соня. Вот видишь, Соня, как раз и мне тоже помогает. Мне много зеленый помогает. А красный тебе мало помогает. Что ж такое, ты побеждаешь уже. На равных мы, 1-1. Ха-ха, я побеждаю. Теперь я побеждаю, понятно, Соня? Я выиграю тебя, я победю. Понял? Я всех выиграю. Да как ты побеждаешь-то? Ха-ха, ты все равно меня и победишь. Нет, это я выиграю, потому что я умею... Да черт возьми, как это так? Так, для подписчиков надо будет сделать на монтаже, чтобы все было вверх ногами, чтобы для них выглядело все более-менее нормально. Как думаешь, Сонька, да? Так сделать? Да. Хорошо, я это уже сделал. У меня явно выше, чем у тебя, но главное, чтобы у меня ничего не упало. Так, пока что стоит, отлично. Я все равно упаду, у тебя какая-то башня. Ну ладно, ты права. Я и сам знал, что она упадет. Но надеялся, что не упадет. Надеюсь, я успею построить новую башенку. Черт возьми, все, проиграл. Все, ты выиграл. А у меня больше башенка. Сейчас мы будем играть в мега-пухлых хомяков. Да! Это моя семка, да все, мы взорвались. Но семку я все равно заберу. Я здесь вообще ничего не понимаю. Какие семки здесь собирать? Вот такие семки надо собирать. Все, я победил. Я не понимаю, как это все делать. Я надеюсь, что я выиграю. Да ты даже до зеленых труб не доберешься. Ты проиграешь. А вот и нет, я пройду. Несколько секунд спустя. А вот и зеленые трубы, Сонечка. А как я легко пройду? Это пока что трубы легкие. Вот видишь, здесь вот уже двойная труба. Вот видишь, все, я выиграл. Ладно. Знаете, мы тут с Сонечкой немного подумали и еще раз решили сыграть в цыпленка. Здесь да. Целых три игры сразу же. А если точнее, три раунда. Подпишите на канал и поставьте лайки. А Сонька верные вещи говорит. Как он нажал? Не повезло, не фартануло. Сейчас я... О, все, зеленый умер и я выиграл. Я 100% сейчас победю. Я бы на твоем месте не был бы так уверен. Несколько секунд спустя. Сонечка, ты можешь уже сдаться. Вот черт, я застрял. Ха, я выиграл. Что, опять это? Нет, Соня, это уже другое. Здесь просто... Там просто был пришельца, здесь пришельца нет. Здесь просто колючки и препятствия. А, понятно. Я зеленый зажал. Ну все, Соня, я выиграл. Знаете, мы подумали и еще решили проверить себя на удачу с помощью этого крокодила. Я синий. А я в этот раз красный. О, я, кстати, первый. Надеюсь, я не попадусь сразу на больной зуб. Я не хочу попасть-то в зуб больной. Я сейчас попробую взять где-нибудь с краю. Ура, ура, выиграла. Ладно, ты выиграла. Я опять, кстати, первый. Ладно, мне просто сейчас не повезло. Сейчас я точно смогу выиграть тебя. Нет, ты не выиграешь. Да сейчас мне точно должно повезти. Как ты это делаешь? Боже мой, я так много уже проиграл. Надеюсь, сейчас мне повезет. Сила удачи. Да как так? Я с первого раза умер. Ура, я опять выиграла.
Ты готов еще раз проиграть? Да мне уже все равно, я и так проиграю, как по мне. Удача сегодня не на моей стороне. Вот это да, я поиграла! Наконец-то я тебя победил! Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот ролик. Всем пока-пока! Да! Дополнительная сценка. Вадик, я не могу попасть в эту дыру. Ты просто неправильно стреляешь. Сейчас, доберусь до тебя. Как ты туда попасть? Сейчас я попробую. У меня тоже не получается. Наверное, вот так вот надо стрелять. Так тоже не попадает. Короче, Сонька, нас здесь обманывают, здесь никак не пройти. Да, я согласна. Давай выходить.